Безвизовый режим за отдельную плату. Вскоре для пересечения границ еврозоны украинцам, как и всем гражданам стран, где действует безвиз, придется заплатить 7 евро. Такова стоимость специального разрешения, которое требует новая европейская система информации о путешествиях. 25 апреля ее утвердили послы стран ЕС. Реализовываться эта программа будет в течение ближайших 3 лет. И чтобы получить разрешение перед поездкой, нужно будет заполнить онлайн-анкету. Вся информация автоматически пройдет проверку по базам данных ЕС и Интерпола. Если запретов и замечаний не последует, то допуск будет выдан автоматически. Такая система вводится для усиления безопасности и предотвращения нелегальной миграции. Причин, почему ЕС вводит такую систему, две. Впервые об этом заговорили в 2016-м после теракта в Европе. Тогда страны ЕС задумались, что было бы хорошо проводить предварительную проверку перед тем, как впускать иностранцев в еврозону. И эта система будет применена ко всем государствам, в которых действует безвизовый режим. А вторая – ответ на действия Соединенных Штатов. Ведь те граждане тех европейских стран, которые имеют безвизовый режим с США, уже давно при въезде в страну вынуждены заполнять подобную анкету и платить $9.